Для Ярославля разработают программу развития. Займутся этим эксперты одного из крупнейших в мире консалтинговых агентств вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Ярославль попал в число 10 городов, которые будут участвовать в международном проекте. Сегодня прошла первая встреча экспертов с властями и предпринимателями. Яна Хромова побывала на ней. Насколько в Ярославле удобно жить и вести бизнес? Профессиональную оценку этих фактов намерено дать международное консалтинговое агентство PricewaterhouseCoopers и Российский союз промышленников и предпринимателей. Эксперты агентства в прошлом году уже исследовали социально-экономические условия жизни в 26 крупнейших городах мира. Теперь добрались и до России. Новосибирск, Казань, Красноярск, Пермь, Ульяновск, в том числе Ярославль, всего 10 городов страны стали участниками проекта «Города возможностей России». Насколько город активно продвигает развитие бизнеса, развитие социальной инфраструктуры, развитие, в данном случае, туризма, насколько город активно позиционирует себя на карте России. И не все города, которые мы отобрали, согласились в этом участвовать. И то, что Ярославль согласился, это показывает, что действительно есть заинтересованность в развитии. Специалисты проведут глобальное исследование многих сторон жизни города. Учтут несколько сотен параметров по 10 направлениям, таким как интеллектуальный капитал и инновации, транспорт, здравоохранение, стоимость жизни, демография, экология, простота ведения бизнеса. Среди методов исследования – данные статистики, опросы, интервью с представителями мэрии и предпринимателями. Последние сегодня говорили о своих проблемах. Проблема привлечения длинных денег, она наиболее актуальна, поскольку брать в банке кредит на сегодняшний день очень дорого. И вкладываться в развитие каких-то дорогих проектов с небольшим сроком окупаемости очень проблематично. Забюрократизированы некоторые процедуры. Решение вроде как есть, все согласны, а ничего не происходит. Очень долго приходится ждать. Сейчас ситуация стала кардинально меняться в лучшую сторону. Свежий взгляд на проблемы, которые есть в городе, очень полезен, считают власти Ярославля. Поэтому и пошли на такое исследование. Тем более, что на это не требуются деньги бюджета. Новая мэрия города, она, скажем так, готова смотреть правде в глаза. Вот, поэтому мы пошли с радостью на это исследование, на взаимодействие с этой организацией. А вот этот взгляд достаточно объективный со стороны специалистов с Москвы, иностранных специалистов. Он позволит нам действительно объективно оценить ситуацию в городе. Исследование поможет определить потенциал Ярославля и его возможности, а также увидеть новые направления для дальнейшего развития. Работа продлится примерно полгода. Полученные данные власти города намерены использовать при корректировке стратегии развития Ярославля до 2020 года. Яна Хромова, Владимир Чернов, городской телеканал.